Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua и я Трэш. На днях компания EasyTech порадовала нас своей новой стратегией Glory of Generals. Вообще, хорошие стратегии сейчас нечастый гость даже на ПК. А появление подобной игры на платформе Android заслуживает особого внимания. Glory of Generals переносит нас на поля сражений Второй мировой войны, позволяя собственными руками вершить исход великих битв. Игра состоит из четырех последовательных кампаний: Западный фронт, Восточный фронт, Северная Африка и Неизвестная война в Антарктиде. Начав очередную кампанию, тебе предстоит выбрать одну из сторон конфликта и привести ее к победе. Поиграть можно будет даже за нацистов, осуществив планы коварного Адольфа по захвату мирового господства. Хотя игра и претендует на историчность, ждать от нее достоверного следования фактам не стоит. Я бы скорее назвал Glory of Generals игрой по мотивам Второй мировой войны, а не полноценной исторической стратегией. По геймплею игра больше всего походит на таких титанов жанра, как старая добрая цивилизация Сида Майерса и всемирно известная линейка игр Total War. Здесь также, как и в упомянутых играх, уровни представляют собой пошаговое сражение на глобальной карте. Сам игровой процесс, как и в каждом уважающем себя варгейме, состоит из двух частей – тактической и стратегической. Рассмотрим их поподробнее. В тактической части предстоит передвигать собственные войска и по возможности атаковать отряды противника. Каждый из отрядов обеих армий представляет собой единичного юнита, который отображает соединение определенного рода войск. Стоит помнить, что каждый из юнитов имеет свои уникальные способности. К примеру, танки обладают большим запасом прочности и высоким уроном. Пехотные части не могут этим похвастать, но зато умеют возводить военные укрепления и преграды. Кстати, о строительстве. С этого, пожалуй, начинается уже стратегическая часть игры. На глобальной карте, кроме военных юнитов, будут находиться еще и города. Каждый из удержанных населенных пунктов станет важной опорной точкой в твоей кампании. Кроме начисления ресурсов за каждый из ходов, города будут полезны еще и возведенными в них зданиями. Помимо традиционных казарм и ангаров, вербующих новых юнитов, ты, например, сможешь построить аэродром с командным центром. Владение полным комплектом таких построек дает тебе целый арсенал дополнительных возможностей, среди которых аэроразведка, высадка десанта и даже вызов целой эскадрилии тяжелых бомбардировщиков. Хотя и на первый взгляд геймплей кажется простым, игра обладает массой вариантов стратегий и тактических хитростей. Даже если ты не знаком с подобным жанром игр, разработчики добавили в Glory of Generals продуманный режим обучения. Освоив все нюансы и особенности пошаговых сражений, ты сможешь разгромить любого противника, ставшего на пути твоей армии. Но главная особенность игры даже не в этом, а в возможности нанять специальных юнитов-генералов. Это значит, что эффективность любого из твоих войск-отрядов можно в разы повысить, назначением в нем офицера. Тебе будет доступен список из 102 известнейших военачальников Второй мировой войны, среди которых маршал Жуков, генерал Эйзенхауэр и фельдмаршал Монтгомери. Также в игре присутствует поддержка многопользовательского режима через Wi-Fi и Bluetooth. Это уж точно даст возможность тебе вместе с друзьями выяснить, кто же лучший полководец. Glory of Generals – качественный и достойный проект. Хотя лично меня неприятно удивило наличие доната в платной игре. Но если все же ты ее покупаешь. Речь об особых медалях, начисляемых за победу в битвах. Тратятся они на лечение и ремонт боевых единиц. Но, к сожалению, медалек начисляется, как всегда, мало. Поэтому EasyTech заботливо добавила возможность купить золотые и платиновые суперордена. Да, игру можно пройти и без них, но сам факт немного портит общее впечатление от игры. Итог. Игра Glory of Generals – это глоток свежего воздуха среди кучи однообразных времяубивалок. По праву, одна из лучших военно-исторических стратегий на платформе Android. Рекомендуется всем фанатам настоящих пошаговых варгеймов. На этом все. Если тебе понравилось, качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Там еще много интересного. Это был обзор от Mob.ua. И я Трэш. До новых встреч.